Что за безобразие? Что здесь происходит? Вы мне мешаете репетировать. Филипп, мы тут снимаем с Игорем Крутым подарок для Аллы. Для Аллы? Да, не хочешь поучаствовать? Для Аллы я готов на все. Давай тогда отправлю тебя туда, сыграешь царя. Царя? А вы туда никого не отправляли? Нет, пока никого. Тогда я согласен. Но умоляю, Тимур, никакой рекламы. Хорошо. Коля? Филя? Заработала. Царь, очень приятно, царь. Царь российской эстрады. Очень приятно, царь всей российской эстрады, да? Да, царь российской эстрады, пупсик. Да. Золотой голос России. Ой, как приятно. Золотой голос России. Ой, какой запах. Золотой голос России. Моя сладкая ласточка, золотой голос России. Я позвоню тебе. Царь. Алла. Алла, очень приятно. Аллочка. С днем рождения, дорогая. Аллочка, как вас по батюшке? Алла Яковлевна я. Алла Яковлевна. Нам ли быть в печали? Человек, почки один раз, именинница. Вы ешьте, Алла Яковлевна, все оплачено. Эх, Аллочка, любимая моя. Собака! Музыканты, да, это что-нибудь там повеселее. Там, трали-вали, тили-тили. Тут у Аллы день рождения, настроение цвета синий. Коля, ты там начни, а я что-нибудь там подхвачу. Спокойно, царь, будет сделано! Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Пригласитель ли мне? Верю и не верю. Падал снег год назад, нынче просто сыро. Мы пришли на банкет поздравлять красиво. В доме Аллы скрипнула дверь. Все гостями стали теперь в этот праздник рядом с тобой. Оказаться счастлив любой. Расстояния и города нам не важно, где и когда. Мы примчимся сразу туда поздравлять красиво. Аллы скрипнула дверь, все гостями стали теперь в этот праздник рядом с тобой. Оказаться счастлив любой. Расстояния и города нам не важно, где и когда. Мы примчимся сразу туда поздравлять красиво.